Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Сокол 2 и Андрей. Сегодня мы гуляем. Я получил вчера очень серьезную травму, из-за этого даже не буду играть где-то 2 недели, через месяц, это все зависит от меня, как я расскажу. Вчера я снял видео, но у меня там произошло целая куча ошибок, из-за этого я решил его не вылаживать. Вот, ну, конечно, вчера мы играли в футбол, и так неудачно Павлик упал, что очень серьезная травма колена. Вот. И врачи сказали, что может быть месяц, потому что не сможешь играть в футбол, а можешь и больше. Ну, все зависит от него, как он расходит. Вот. Так что... А могло это же быть все и так серьезно, что и на 3 года. Вот. Но хорошо, что еще не так серьезно. Вот. Ну, то пожелаем, наверное, Павлику удачи, поскорее выстроить, чтобы прошла нога. Да, наберите 1000 лайков на это видео, и я с каждым лайком буду с днем выздоравливать. Да. Ну и, конечно, каменное поле, на нем всегда болезненно играть. Вот. Ну что, пока что мы не будем тренироваться, ну и даже и ходить Павлик еле может, с трудом ходит. Поскорее выстроить желание. Да, мы гуляем, видео, не знаю, будет это долго, так что просто делать нечего, а видео уже давно не было, типа. Может, будет 2 видео, я не знаю. Что, сейчас мы идем к лучшему в Белгороде. И самые дешевые цены, ремонт компьютеров, ноутбуков. А, приходите к нему, говорите, что вы от меня, и хороший магазин очень. Это наш спонсор. Да. Кстати, он хороший человек. Хороший, да, мастер. Берет дешево, хорошо ремонтирует. Вряд ли где-то такое можешь найти, вот пилка, где можно. Ну да, мы идем в GTA 4, ой, бля, какая GTA 4, в GTA 5 я уже наиграл 32 часа, вчера у меня было не 30 часов, как я, блин, в принципе, это вы в видео не увидите, вчера у меня было 27 часов, за сегодня уже наиграл 5 часов, так что... Напольная нога, меньше ходить, больше играть. Да, так, чё, мы идем где Саша, а потом, не знаю, о, да, вот. Дом строят. Неподалеку 45-я школа, да. Андрей прав. Где учится там Дима. Да, и так вот, мы идем, даже видео идет не от моего дома, просто, ну, решил как-то записать все же. Это опять же наш мастер Саш. Да, может, да. Может, потом еще куда-нибудь пойдем. Да, да, ну по-любому. Кстати, уже, Андрей, не знаешь, когда будет играть Энергомаш дома? Ну, первый матч они 11 апреля провели. Ну, как я понял, вроде каждую неделю, может быть, даже уже через 2 дня. Ну, вот можно как раз сходить в стадион, тут неподалеку. И ну, там да. Будет написано, как раз можем узнать. Ну, да. Ну, конечно, третья лига, Энергомаш просто так, там отыграет полкруга. Как, в принципе, потом... и мы можем отыграть 12-16 ну, да. Полкруга. А потом уже вторая лига, это серьезно. И вот, думаю, главное стать Энергомаш во второй лиге остаться. А потом уже более серьезно. Люди, посмотрите, сколько нас тут много. Да, Белгород, население большое, 360 тысяч человек. Ну да, и сейчас сколько? Ну сейчас все, наверное, 2 часа. Все, наверное, в компы играют. Скорее всего. Ну блин, вообще сейчас никого. Плюс еще погода пасмурная. Ага. Ветерок. Людей, конечно, мало. Но... Я, кстати, подстригся. Так вот, идем. Аху! Ну что, Андрей, расскажи, как у тебя дела? Мне все нормально, все так же. Играю в танки иногда. Ну, пока что у нас тренировок не будет, то полный не сможешь. Будет ходьба у Павлика, чтобы больше чего тренировать ты? Ноги, расхаживать. Вот так. Может быть. И в суперкубах скоро, может, тоже. Ну, на, простите, быть. Что видео такое медленное?
нога болит, вообще тяжело ходить. Ну, это, думаю, ничего страшного. Да, в принципе, да. Хотя сейчас более-менее уже скорость у меня налаживается. Начинаю расхаживаться. Это хорошо. Рука болит еще. Ну, еще, когда она пройдет, восстанавливаться к тренировке, привыкать к мячу. Привыкать к полю опять, говнянь. Да, ну и подготовиться к Суперкубку. Пока еще неизвестно, как там. Пошли сразу на стадион тогда, Андрей. Надеюсь, мы сможем выйти. Я тоже на это надеюсь. Не сильно сохранить, прорывается. Сейчас я звук побольше разберу. Вчера за весь день Павлик упал несколько раз, еще и на 21-й школе Евроса 3. А потом еще и на нашем поле, в плохом каменном, тоже, наверное, раз на 3 упал. В общем, вчера серия потянет прям Павлик. Не висящий да, тень. Да. Сегодня, кстати, играет Спартак против Мордовии. Ну, как вы знаете, у Спартака сегодня день рождения. Ну, как вы знаете, Спартак все время проигрывает, кому угодно, может быть. Да, особенно Арсенал. С кем попал, проигрывает. Ну, Спартак такая. Проиграли, ну, как обычно. Ну, то же самое обычно. Локомотив. Проиграли, как Локомотив всегда. Тоже часто проигрывает. Кстати, Локомотив играет сейчас с Уфой. Да. Ну, как-то Локомотив не очень. Ладно, Спартак, мы привыкли к нему, он часто. Ну, да, почему а Локомотив? Вот Локомотив... Конечно, завтра суперматч с ЦСКА Краснодар. Ну это да. Борьба прямая за Лигу чемпионов. Если Краснодар выиграет, то это все. А если ЦСКА выиграет, то борьба продолжится за Лигу чемпионов. Очень легко. Зеленый цвет. Так что с тобой снизу матч. Ну да, ну Андрей, я с тобой не полностью согласен. У ЦСКА будет даже шанс, если ЦСКА проиграет. У ЦСКА сейчас кризис. Хотя сам... Надхо говорит, что никакого кризиса у него там нету. Вот в команде что? Просто сейчас неудачливая серия, все футболисты устали, из-за этого ЦСКА проигрывает. Ну, ЦСКА было два сложных матча с Зенитом, с Динамо, может быть устали, может быть и из этого и не отоценили Амкар, что слабый соперник, хотя и с сильными соперниками стоны сыграли. Ну да, этот в ЦСКА не получалось в атаке, а если не получается в атаке, то все, это уже меньше шансов на победу. Так что, хрен его знает, все может быть. Ну что, уже скоро придем к стадиону, я сам не ожидал, что мы так будем быстрее идти. Угу. Так вот... Мы идем со скоростью света. Да, мы... Мы идем со скоростью автомобиля. А, он мотоцикл пошуметь, блин. Да. Ну что, у меня дела тоже все нормально. Как я вам уже говорил, наиграл 31 час. Это... На. Так вот. Вон, автобус Рио проезжает. А, автобусе много. Больше, чем на улице. Ага, так вот, ну, почти пришли к 8-й школе, кстати, ученики 21-й. Я в этой школе тоже. Да, Андрей раньше учился в 8-й школе. Так вот, этот, и, возможно, 21-я школа будет учиться во вторую смену. Конечно. У 45-й. Конечно, тупость будет. Потом карточки водят нафиг, я сам да, не знаю. Да, вообще, очень странно, зачем карточки. Конечно, чтоб не проколивали. Ну, я думаю, ни в одной школе такого еще нет. Почему? Такое есть в Москве. В Москве? Белгородине. Интересно, есть ли в каких странах? В других странах есть. Точно. Ехал мужик, меня чуть сейчас не задавил, короче. Хотя нас пропустили, а сейчас на то. Ну да. Хочет, наверное, долго ждать, торопится. Ну, может, но все же, если бы я вот сейчас бы чуть-чуть не подпрыгнул, то что было бы?
что вторая нога капут. А может и первая, хрен его знает. Неаккуратно. Видео уже идет 10 минут. Мы очень быстро идем. Да, простите, что недели или две не было уже видео. Ну да, уже возле стадиона почти. Вон он, суд, суд, вон он тоже, который присудил Салюту к банкротству. Кстати, я думаю, что Энергомаш может изменить название перед второй лигой. Ну да, может быть, сменить на Салют, потому что Салют название лучше, тем более аккорд первого Салюта. И это название должно быть всегда, независимо от того, распалась ли команда с самого начала. Должно быть Салют. Ну да, так вот, я считаю то, что... И сейчас, а если... Энергомаш выйдет в ФНЛ, где Салют очень часто играл, вернется на прежний уровень, это будет меньше дешево стоит. Ну да, потому что вторая лига еще впереди. Да, кстати, но Салют... Ой, Эльчик, этому Энергомаш выпустил. Энергомаш, этот... Участвует в 1-200 какой-то там уже Кубка России. А, да. Кубок России еще. Самых низов. Ну да. С очень больших. Короче. Может, Кубок короче, России. Салют как-то выйти хоть в одну. Ой, какой Салют, простите, дорогие друзья. А, в Энергомаш может выйти еще в 1-16 хотя бы. Да, но для этого очень много. 256 пройти. Он тоже конкурент. Ну да. Ну там надо очень матчи 5-6 выйти. Очень тяжело. Хотя бы до 1-16. Да, а мы уже не говорим о 1-8. Хотя Энергомаш может и туда выйти. Помню, что Салют впервые вышел в 1-8 в прошлом году, выиграл у Динамо. Да, это было что-то еще. Да, мы на этом матче были, это было супер, конечно, эмоции. Я, возле меня был файер, который зажгли, это, да. Динамо там. Ну, это уровень. Впервые вышел в 1-8 и после этого распался. В 1-4. А может быть, в 1-8 вышел. А у него был шанс, он, смотри, да, в 1-16. Да, ну и в ротаре. С ротором должны были играть в 1-8, но Салют распался. А если бы ну не да. Это банкротство, может быть, и смогли Салют четвертьфинал выйти. Это да, уже и сыграть с Ростовом. Да. А и Ростов тоже был может. Ну Ростов выиграл Кубок России, но все равно. Ну, да. Ну если бы мы с ним и сыграли, это было бы уже достижение. Да. Ну хотя вот Зенит уже на первом месте, я считаю, что скорее всего так и будет, и так и останется. Ну в Лиге Европы, конечно, обидно, Севилья только. Ну да. И так и... вот. Я считаю то, что еще. Блин, хотел что-то сказать и забыл. Так вот, я считаю то, что у Энергомаша есть хорошие игроки. Да, они сейчас все расходятся уже, но все. Ну, конечно, Энергомаш маленький бюджет. А чтобы ну... хорошая команда была, нужно больше денег. Ну да. Мало, добавляйтесь денег. Ко мне в друзья. В Стиме будем играть вместе в GTA 5, проходить ограбление. Я там уже дом купил. Вот уж и... Ну да, интересно, когда же будет матч на Энергомаш. Ну, это мы скоро, если первый матч на выезде, значит, второй, скорее всего, дома с кем-то будет. Ну да, будем так и надеяться. Интересно, как изменилась игра. Ну да, Энергомаш покинули некоторые очень хорошие. Ну так вот, я считаю, что Энергомаш изменилась игра, это по-любому. Да, тем более Энергомаш покинули некоторые хорошие игроки, тот же Андрейченко, вот, который был и много голевых, это кого успел. Вот, ну, посмотрим, конечно, Энергомаш маленький бюджет, хороших игроков не сможешь купить. Ну, думаю, во второй лиге Энергомаш тоже. Посмотрим вот во второй лиге, мы увидим по-настоящему, что за команда Энергомаш. Вот, ну что, вторая лига, это уже не любительская лига, там уже более серьезно. Ну да, в любительской мы можем играть. Ну да, и наша команда, Соколовка, может играть. Вот. Только надо на 45-й. Ну да, да, да. Это очень серьезное. Ну, почти пришли уже. Андрей торопится, забывает, наверное, то, что у меня нога. Ну, я не торопился. Рядом иду просто.
не попытаюсь, правильно? Так я рядом. Ну да. Тут недалеко есть двор, где и команда привольна, и там у нее стоит автобус привольный. Да, это что-то еще не туда реально. И там он куда-то уехал. Это автобус вообще классный. Одним так можно и поршать, но это автобус. Вот. И поле у них классно, кислород, трава по колено. Ну это да. Сейчас Андрей будет с вами говорить. Вот мы сейчас идем, ну скоро мы уже придем, через минут 5. Ну, думаю, идем мы очень быстро. Продолжаем. Да, привольно, супер, поле. Автобусы к ней еще лучше. Они прямо в автобусе, я думаю, тренируются. Да, они в автобусе тренируются, как всегда. Как обычно. Привольно покинула 12-16. Вместо них и пила Коря, хорошая команда вышла. Вот. Да. Там у них супер ротар Фетя, он там все тащит и пила Коря. Если б не Фетя, может быть, пила Коря не вышло. Мы даже уже с ними вчера играли, с каким счетом выиграли. Выиграли с счетом 14-9. Ну и Крапла, конечно, дешевый. Угу. Но следующая и Крапла еще лучше. Мы выиграли 7-1 у сильного соперника. Я думаю, в этом матче герой у нас это Фетя, потому что если бы не его сейфы, мы могли и проиграть. Он такие защиты. Ну да. Вот. Очень тяжелый матч. Вот мы уже почти пришли. А, я до сих пор помню, как мы с Андреем ржали над билетами на вертолете. Да, с матч с Динамо, 500 рублей на вертолете. 150 рублей под землей. Да, под землей смотреть матч надо. Ну на вертолете высоко там еле видишь. Короче, нет, муравьи бегают. Ага. Ну почти прошли уже. На крышу можно садиться. Ну тут болельщики Спартака не прыгают. Да, тоже. Высоко для болельщика Спартака, а то мы ничего серьезного с ними не будем. А ну раньше да. Спартак играл с Салютом. По-моему, в 2013 году. 1-16. Да, да, да. Салют платил, я проиграл. Помню. Сейчас Салют выиграл, это Ну, Салют Динамо это было что-то с чем-то. Да. 10 минуте открыли всю игру. И были еще моменты, чтобы сбить. Ну да. Я с тобой согласен. Мы очень близко увидели таких игроков, как Горина, Кокулова. Конечно, хотели взять автограф. Ну, блин, Кокулин не подошел. Ну и слишком много людей, очереди было. В общем, автограф было взять практически нереально. Да. Ну, некоторые смогли взять. Повезло им. Ну, мы были не на той стороне, конечно, с другой стороны. А что оставались, надо было пойти на ту сторону. Ну, да. Может быть, еще смотри больше. И то там много людей, надо пробиться с кустом. Да, и там еще болельщики Динамо были. Да. Все. Мы пришли почти к стадиону. А вот мы еще. Ну даже уже пришли к стадиону, но все же. Надо еще дойти будет до него. Да, хотя мы не скоро. Такой скорый. Ну, я согласен, дойдем мы не очень скоро. Билет на матч там 40 рублей стоит. Ну да. Интересно, сколько будет стоить посторонний. Но не уверен, что сильно будет. Ну да, все же. Энергоматч не всегда собирают полные трибуны, так что... Да, но матч с Динамо понятно было, что... Ну тем более посторонний, потому что... Ну как аншлаг с Динамо... Ну Динамо понятно, это Кубок России, команда привыкли. Нет, ну все же у Динамо со своей стороны было не так много болельщиков. Ну все же. Да. Хотя от Москвы до Белгорода не так уж далеко ехать. А, город Белгород, улица Привольная, 23 вот наша. Металлург, 2 мая. 2 мая? Ух ты, как не скоро. Очень странно. Ну давайте посмотрим. Ну давайте. 13 команд, раньше было 16. Смотрите, вот. 3 команды меньше стало. И ротор появился, который
распался недавно, вот тебе ротор начинается третьей лиги, как и наркомаш в прошлом году. Ну да. А ротор, по-моему, играли в первой лиге, да? Да, в первой лиге. Раньше с Манчестером давно 2-2 играли. А сейчас они будут играть с наркомашем. Когда-то играли с Манчестером, а сейчас с наркомашем. Эх, вон оно поле, вон оно. Да, газон хороший. Касон хороший, вот я, короче, хорошие поля. Что он 45-й, что он наркомаш, это очень хорошо. Ну, а Леничев с этим был не согласен, когда мы выиграли. Ну, понятно, 3-0. Эмоции 3-0. Поле этому. Люди, а полезли мы на поле? Поле одно из лучших в третьей лиге. Даже не только в третьей, во второй. Ну да, в принципе, я с Андреем согласен. Шли мы 20 минут почти сюда. Скоро. Может быть, не знаю. Может быть и раньше, потому может просто по идее каждую неделю. Может у Энергомаша. Может быть первые три матча, может на выезде, не знаю. Ну скорее всего, но 2 мая это не скоро. Скоро Металлург. Давайте посмотрим, с какого места. Какая-то новая команда Атом появилась. Нового. Раньше ее нет. Металлург, ОМК. Факел Москва. Да, ну Факел МК и был. Ротор, ну там новая. Металлург Эмск. Металлург М. Да, тоже новая команда. А Старый Оскол, кстати. Скорее всего, я буду ездить туда часто на матчи, на выезды. Ну, конечно, раньше было 16, но сейчас почему-то 13 команд. Куда там многие выделяют? Ну, 3 команды вышли. Почему? Одна команда вышла на Энергомаш, да. А вторую лигу, а еще 2 куда-то делись, может, касается ту часть. Может быть. Может быть, вылетели в 4-ю лигу. Там их будет с нами играть. Да, 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 Андрей. Ну, сейчас мы будем идти обратно. Сейчас мы идем где-то шашаем, а потом будем записывать второе видео. И про что будет второе видео? Ну, тоже будем идти, говорить. Так что ждите. Это видео уже больше 20 минут идет. Да, это длительно. Только оно не шло. В принципе, да. Хорошо. В принципе, да. Сейчас мы с Андреем перейдем на другую сторону, скорее всего. Или пойдем так. Ладно, пошли так. Да, да, Андрей, на день рождения. Чисто подходит мужик, поздравляет и дает 500 рублей. Вообще супер. Хорошая пиццерия. Ну, да, да. Почаще копить. Можно ходить каждый день, говоришь, что день рождения, по 500 рублей каждый день давать. Как раз на пиццерию. Да. Только надо ходить все время, по вечерам. Да, по вечерам там много. Да, много пьяных. Ну, если сильно пьяный, может, 1000 там. Если очень сильно, может, 2000. А может и 5? Если Месси придет, то он 1 000 000. Если наркоманша, тоже кто-то придет. Да. Тоже куча. Ну, не так куча, конечно, потому что игроки Энергомаша получают так, не так много денег. Да. И зарплата у них не такая большая. Ну что, стадион мы вам, в принципе, показали. Тут он даже невысокий. Ощущение, что он вообще низкий, хотя трибуны зашли. А сколько он вмещает, Андрей? 1010 замещает. В принципе, неплохо. Ну да. Но для... это самый большой стадион третьей лиги, ну понятно. Там остальные команды, там дворовые стадионы, деревья. Там как у Толстого леса. Да, да, да. Ну почти дошли, дядя Саша. Спать и про тот самый спонсор. Дядя Саша. Дядя Саша. Приходите к нему. Ну, конечно, те, кто что-то делал. Ну да, скажи. Это видео уже идет 24 минуты. Надеюсь, оно было интересное. Ну да. Может и быстро, нормально. Но... ну да. Накапать тебе на расплачивать. Да, кстати. Это хорошо. Я уже не чувствую такой боли, как я чувствовал. Может быть быстрее, чем клиники, может врачи так. Может, уже завтра я буду бегать и прыгать. Кто знает, может, просто врачи тоже могут ошибаться. Не ну точно, да. Они же не все точно знают. Они же не сразились, чтобы так точно писать. А, не, колено еще болит. Точно диагноз. А то он постепенно проходит.
Я тоже думал, вон впереди медицинский центр. Да, может, туда еще, там еще быстрее будет. Да. Да, да, завтра уже в футбол буду играть, короче, дорогие друзья, все, это решено. Вот, тревожный, там, по-моему, их не автобус стоит. Если они не переехали. Пушкина 55, тут еще... Пушкин. Работает. Работает Андрея. Работает, который очень хороший человек, который организатору... Помогал нам. Да, организатору... Помогал нашему, кстати, спонсор нашего организатора. Вот магазин. Цветы и фото. Заходите туда. Для организатора... Для организаторов... Это очень хороший магазин. Да, там они могут все сделать. Да, да, да. Что, мы почти пришли, дорогие друзья. Шесть, я как-то так... Надо, мы через полчаса. Да, мы где-то через полчаса только будем там. Это как кажется, что мы уже тут. Так что... Через минут 28 и 3,5 секунд дойдем. Это видео уже идет почти 28 минут. Ну, я же говорю, 28, 35,5 секунд. Ну да. Я точно укатал. Почти. А может, мы придем и быстрее. И Андрей все же не угадает. Все же. Вот, прокуратура. Угу. Сюда лучше не заходить. Ну да, скажешь, что увидеть. Да, 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 да. Как-то так. Там живое пиво. Да, живое пиво, цветы, живое, вот. Опасно. Да, а то вдруг побьет. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Напомни про спонсор. Ну да, вон, ноутбук, компьютер, сотовых телефонов. Покупка, продажа, ремонт, вот. Звоните 8-950-711-111-111. Ладно. Это же парикмахерская. До свидания.